Точно. 12.40 поступил информация на пляже Русалочка у реки Сахэ. Незаконная торговля пивом. Все принято. После того, как сообщение поступило в дежурную часть, полицейские отправились на Мамайку. На месте выяснилось, в нестационарном объекте торговли действительно продают пиво, что запрещено законом. Человек находился за столиком, пояснил, что приобрел здесь пиво. Это, я так понимаю, ваш реализатор, правильно, Виктория? Вот, она не отрицает, что она продала данное пиво, вот эту бутылку пива. В присутствии понятых незаконный товар, это 300 литров пива, был изъят. В отношении хозяина торговой точки составили административный протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции статьи – это штраф с конфискацией алкоголя.